где не можем проехать, мы продавливаем. Все. Никаких проблем в этом плане нет. Когда, допустим, ту же самую цель мы не можем достать ЗОП, и нам нужно конкретно видеть противника, у нас ребята выезжают, давят их. Без проблем вообще. А ЗОПа тоже прекрасно. То есть вот конкретно эта машина Т-90М считается как снайперский танк. То есть та же самая снайперская винтовка, только калибр побольше. Вот мы работаем в ЗОП, прекрасно достаем цели, нас корректируют, все отлично. Каждая работа – это удача. Практически каждый день слышим о том, что противник вот уже сейчас пойдет на нас, что нас сейчас задавят. Пока нас никто не задавит, На нас никто пока не сможет так вот выскочить, потому что, по крайней мере, там впереди у нас очень хорошая линия обороны. Здесь мы отлично отсюда также достаем всех.